Ребят, доброе утро. Как я обещал, видите, голос еще такой заспанный. Ну, сразу же решил снять для вас ролик. То, что осталось от нашей рыбки. Смотрите. Ну, могу сказать так, что пробовали они ее, ну, большого удовольствия, видно, не получили. Видите, чуть-чуть подгрызли, где-то попробовали. Вот, так что дорада, ну не знаю, видите, мусора не осталось. Но видно, дорада не очень пришлась им на вкус. Так что 7 евро, можно сказать, выбросили на ветер. И дорадой кормить мы больше не будем. Вот она, компания. Друзья, конечно, могли бы вы и поесть побольше, блин. Дорадку вам. Тут многие пишут, мне бы такую дорадку, меня бы так кормили дорадой. Нет, пирашечки не захотели. Так что будем. Видите, вода такая стала, мне кажется, чуть-чуть мутноватая. Надо вот сегодня поменять, наверное, тонну буду подменивать. Уже пора. Так что, друзья, сделал отчет и пришел к выводу, что будем кормить хеком. Так как хек, они бывает съедают, я вам тоже покажу. Остается только-только хребет. Кроме хребета вообще ничего нет. Хек им по вкусу. Так что вот такой вот двухминутный маленький ролик. И вам слово дал. Снял, показал, сам сделал опыт. И понимаю, что все, кормим совсем дешевой рыбкой, хеком. Дорогую рыбку мы не кушаем. Ребят, всем пока.